Знаешь, ты только не смейся. В общем, я написал письмо Деду Морозу. Попросил конструктор. Вы что, маленькие? А вот и есть Дед Мороз. Ученые считают, будто существовали динозавры, которые впадали в зимнюю спячку. Я динозавр-спячка. Кто там еще впадает в спячку? Нужно срочно перекрыть воду и построить закрытую остановку. А в этом что-то есть, а? Мне нужна помощь. Это точно Дед Мороз. У нас все получится. Турбозавры, вперед! Ребята, вы должны это увидеть. Такого не бывает. Ух ты! Смотри, а? Ты понял, кто это был? Такого я даже в Китае не видел. Новогоднее чудо. Вот бы на это посмотреть. Хочется праздника.